рассвета. Здравствуй, малыш, согрей меня скорей, и значит, скоро зима и ледяные корки на асфальте. Вот и кончилось лето, кому спасибо сказать за это? Теперь за звезды на синем небе, за крики чаек в безумном лете. Сейчас, погоди. Да, мы здесь упал. А вот и малыш. Профессор! Это гад! Отличник, ученик, отличник, да. Давай, читай, Зига. Я... Куда? Читай. Без давай, очков. Читай. Без очков, говорит. Конечно. А, без очков? Читай. Ну ладно, мы потом его соединим с очками. Ну. Да. Так, что подожди, он уже достал, он уже достал, сейчас будет. Очки? Так, когда стоят глаза. Теремок. Теремок. Ну, теремок. Супер. А здесь вам М будет на СЦА? Шла мышка. Шла мышка, нарушка, но погоди. Уголь. Ну погоди. Не-не-не. Вас? Шла нарушка. Мышка, нарушка. И по полю. Уви... Правильно, правильно. И правильно, да-да-да. Увидела. Увидела теремок. Теремок. Что вы теремочки... Живе! Он мне твой дормеч! Так громко подсказывается. Теремок. Шла мышка-нарушка по полю и увидела теремок. Кто в теремочке живет? Никто не отозвался. Осталась мышка-нарушка жить в теремочке. И конец. Вот все равно 2 килограмма скинул. Скинул. И то хорошо. Молодец, да, хорошо. Это же для здоровья вообще польза хорошая. Вот меня ничего не обгоном объедет, потому что я так вообще на гавашла. Да. Алло. Алло, Оля. Это мой сынуля. За приятный. Здравствуйте. Денис, да. И вот мы снова вместе. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Подъем. 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 Вот, сколько слов знает Николай Петрович. Все слова, все записал, да, где он сказал? Нет еще. Нет еще. Саша, мы приехали, он подъем. Подъем, да. Так запишите. Да. Запиши, скажи ему снова, пусть он повторит все слова, которые русские, чтобы... Да, которые знают. Качество доказательств, да. Так, снова. Спокойной ночи. Так. Спасибо. Молодец. Dieses blöde guten Morgen. Ja, genau. Доброе утро. Доброе утро. Давай наливаем. О. Зига, давай нальем. Давай нальем. Давай нальем. Вот, молодец. Давай так и звучи. Ладно, Николай Петрович, ну, снимите сиком. Я его приглашу танцевать. Да. Thank you.
поэтому не проверяй. Понял, понял, понял. Всю ночь на улице мело, и за окном белым-бело, и в толще справочника свежий календарь. И дворник маленький таджик с лопатой по двору кружит, на языке хаяма, матеря январь. Забыты праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному. Я знаю точно, растает лед, тиши полночной и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна в осявший мир придет весна. Прогноз погоды снегопад, в заторах улицы стоят машины, как сугробы с выхлопной трубой. И из приемника ФФМ непобедимый Бонни М поет, как на Багама плещется прибой. Народ торопится, скользит, теряя варежки в грязи, ко входу в недра всепогодного метро. И я с цветами под пальто спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам метеобюро. Я знаю точно, растает лед, тиши полночной и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна в озябший мир придет весна. С надписью «Табак» какой-то уличный остряк приклеил объявление «Лыжи на прокат». Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычный драйв так неожиданно вмешался снегопад. Пенсионеры и врачи, негацианты и ткачи, в стихийном бедствии теперь одна семья. И только бойкий карапуз, похожий на большой арбуз, сидит на санках, улыбаясь, как и я. Он знает точно, растает лед, в тиши полночной и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна в осябший мир придет весна. Мы знаем точно, растает лед, тиши полночной и Волга запоет, и рыжею девчонкой теплою ото сна в озябший мир придет весна. В озябший мир придет весна. В озябший мир придет весна. Auf 200 Meter. Что? Берданку нашла? Да ты что? Первый. А вот крик вам я. Фильмы там все не так усилили. Фанат 1970. Вот так. Похож. Что-то не фанат. Прицельная дальность, если это пробунуло, 1300 метров. Вот так. Вообще. Это ясно. Да, почему-то помню.
Вон, сам Михаил Тимофеевич. Вот где? Да, да, да. Партизанская. Ну, это у нас еще в Германии где тоже такие. Партизанская. Пользуются. Что первый, второй, третий. Так вот нищие рыжие, вот то, что кто-то тоже присутствовал, помогал. Вот с ним участвует, вот что было. Поэтому и говорят это. Чего? Покажите нам немцев. Раньше-то не показывали? Не показывали. Вот ты приезжал, в школу приезжал, на Москву. Так что подарки. Сувениры, которые, значит, привезли. Рыжков еще не знаю. Смогу ли это видеть? Смотри, есть еще раз в школу. Это на кассетке.
газонок какой-то. Грасшнайн? Ага. Транзистор, пожалуйста. Wann? Wie sie schneidet, weiß man nicht. Und drunter. Ich nehme an, damit tut er wahrscheinlich die Gras. Aha. Das sind Krustazien. Meister. Hm? Ja. Oh.